разверзли с треском небеса и с воем ринулись оттуда, срубая головы церквям и славя красного царя, новоявленные Иуды. Числа он в следующий раз может обратиться за тем или иным набором гуманитарной помощи. В остальное время, второй половины дня, вот у нас стоят такие вот машины, их еще несколько придет, будут объезжать деревни и населенные пункты в рамках района, доставлять туда гуманитарную помощь также. У нас большая просьба. Понимаем, что есть вопросы, трудности разные. Давайте вы нам будете помогать, мы будем помогать вам. Центр навсегда пришел на все время работать и будет дальше развиваться, будут открываться другие центры в разных населенных пунктах Харьковской области. Я сейчас слово, меня зовут Туров Артем, я депутат Государственной Думы. Я возглавляю гуманитарный центр на территории Харьковской области, всех центров. Сегодня со мной связаны мои коллеги, это Александр Сидякин, руководитель Центрального исполнительного комитета партии, замсекретаря Генерального совета, я вам пару слов тоже скажу. Да, ну смотрите, мы здесь, сейчас гуманитарная помощь, тут детские товары, сейчас мы работаем, сюда привезем врачей и медикаменты. Будет в ближайшую неделю. Скоро начнем осуществим процедуру, утвердим, начнем выдавать паспорта. Россия здесь навсегда. Каркашовский был. Его сделал украинским угарным членом. Металец! Да. Украина, которая создана группа кривичных.